Всем привет! Мы сейчас едем на экскурсию на египетские пирамиды. Точнее, летим. Мы вообще туда не очень собирались, но инициатор больше Катя. Да, я очень Она хочу. Она раскричалась, как это быть в Египте и не посетить пирамиды. Я тоже собиралась. Не, я хотела на верблюда больше. А я мечтаю увидеть пирамиды. Я не сильно за это выступала, потому что я думала 7 часов ехать туда назад. А если на самолете, то конечно. Просто 14 часов ездить на автобусе тут в Египте как-то не очень. Я бы все равно поехала. Мы уже сели в автобус и едем в аэропорт. Пап, ты как? Блин. Все, мы в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Нас обыскали по полной дороге. Да, меня даже заставили снять обувь и пройти босиком. Короче, просветили первый раз, у меня было два крема от загара. Один от загара, другой после загара, если вы уже сгорели, там какая-то мама покупала пенка защитная. И первый раз просветили, она мне что-то на арабском сказала, я вообще ничего не поняла, она не знает ни английский, ни украинский, ни русский. Пошла второй раз, нас просветили и забрали. У меня все-таки эти крема, мне так обидно. Нам их мама покупала. Вот этих, которые после загара, у нас вообще всего два. Мне до сих пор обидно. Я даже попросила Настю выкинуть. Кстати, Настю тоже заставили обувь снять уже второй раз. Анастасия, хохо, Екатерина, хохосы. Мы больше не семья. Габо. А не, как? У нас у всех разные фамилии получились. Ну, получились так-то. Сокращенно, типа, ну у папы через J пишется. А, может быть это... Но почему у меня хохо, а у тебя хохос? А паспорт у тебя мой? У пилота такая маленькая кабинка. И тут какие-то у нас лакшери. Да. Мы сели в самолет. Даже есть книжка. Папа сказал, что мы над пирамидами должны пролетать. Ну, я так не отвечаю прям на 100%, но в интернете было так. Они могут быть с той стороны. Ну, тут места получше, чем тогда были. Я бы лучше тут пристроила, я часа проехала. Ну вот мы и в Африке. Да. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке горилла. Настя, веришь, что мы в Африке? Да. Да? Нет. Нет? Я тоже нет. Поздравьте нас. Мы только что стояли 30 минут в очереди, оказалось не туда, и потом опять надо стоять. Нет, мы стояли туда, просто до этого еще сходить куда-то. Ну да, до этого надо еще куда-то сходить, сейчас папа разбирается. И приходится его ждать. Все, нашлись мы уже. Оказалось, нам вообще нигде не надо было стоять, мы могли сразу же просто выйти. Но слава богу, мы едем только втроем. Поэтому нас ждал только вид и вид. Ну, добро пожаловать, дорогие мои. Тимур, меня зовут Тимур Бейдар, Тимур и его команда. Я объявляю ваш экскурсоводом сегодня. Скоро будет видно город мертвых. Кладбище Каира. Слева, за мостом слева. Там, где начали хранение с 12. Давай сюда садись, чтобы вам было удобно. Это который султан в Египте, правил Египта. Семи здесь построили такой цели мечеть, а примчились к Кобол. И под Коболом султана хранили или семья султана. В 167 году построили. Сейчас мы видим, фоткаемся, конечно. Прямо справа. Мечети принца Махмуд, или Махмурия называется? А что это в одном цвете, потому что у вас зима? Каир такой бельный город, поэтому такой. Как тебе? Ну, классно. История. Да. Древняя. Супер. Приехали кататься на речку Нил на моторной лодке. А крокодилы? Крокодилы есть, но их нету. Их нету из Асвана до Александрии. Это украли, запнили.
Все, поплыли по низу. Самой длинной реки в мире. Самая полноводная Амазонка, самая длинная ли, со школы еще помню. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you? Так, мы приехали в Каирский музей. Как говорит гид, это второй музей в мире, после Британского музея. Так, девчонки пошли фоткаться, снимать. Полно туристов. Как он сказал, если каждый экспонат смотреть хотя бы по 2 секунды, понадобится 3 месяца, вроде сказать. Наверное, Не, всем делали, только одним дешевые, другим дорогие. Я бы не хотела, чтобы ее делала, просто смерть. Второй, который здесь нам не хватает, такого главного убора, немец, как у Рамзеса, как у Тутанхамона, скоро посмотрим. А здесь похож на какой-то мешок, называется хат, дерево мазанучи. Это город вообще. Это Тельянский мосоз, зависит с ним от нас. Покатались мы на лодке, сейчас едем в музей папируса, по-моему. С Тимуром. Куда едем? С Тимуром. А папирус, да, с Тимуром. С Тимуром. Вот Катя помнит, а ты не помнишь уже. Не, Тимур привычное имя для нас. На Кавказе оно часто. У нас и в школе один. У нас Тимур имя в Египте редко, но метко. Мы еще заказали сказать такие лодчики, там пишется наше имя. Интересно, интересно. Да. Ну, просто необычный мир, не такой, как да. У нас абсолютно. Стали сильнее египши чуть-чуть, чем раньше. Потом положим их в воду на 6 дней или 12 дней, чтобы тоже удалить остатки сахара. После 6 дней в воду мы получим такую светлую бумагу, белую бумагу. А если еще 6 дней и 12 дней, мы получим такую темную бумагу. Тогда, чем дольше положим их в воду, тем темнее становится. Потом оставим эти полоски вертикально. И тоже горизонтально. Конечно, самое важное надо быть прикрываны друг с другом, стоит, чтобы клеиться. Но как клеиться? Они клеятся, когда остатки сахара превращаются в целлюлоз. Это натуральный клей. Помог эти полоски, чтобы скрываться, соединиться друг с другом, чтобы сформировать бумагу. Таким образом мы поставим до конца бумаги и оставим под прессом на другие 6 дней. И они через 6 дней сами клеятся, не используются химические вредители. Конечно, это пресс современный, не про пресса древних египтян. Камень использован. То есть 6 дней в воду и 6 дней под прессом, это 12 дней для того, чтобы получить светлую бумагу, и 18 для того, чтобы получить такую темную бумагу. И, конечно, у вас нет времени, чтобы сжать. Вы готовы сжать 12 дней.
И правильно. А там... и Игры тоже, кстати. Я, столько написал. А. Катю через Игры. Если неправильно, я бы сам сказал. Да. Это тоже правильно, кстати. Чтобы знала. Окей? Поздравляю. А сзади еще защитные знаки. И вот проба боком стоит. Спасибо. Поздравляю. Защитные знаки. И тоже проба боком стоит. Вырвлю. А что же они у вас? Ой-ой-ой-ой, давайте снять. Мы же не видим. Еще там на пирамиде таких много. А как же Леха и Лиза, видите? А, ну в зоопарке. И кормили. Боже, сколько их там? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где-то 10 штук. О, прикольно. Мне кажется, им не особо прикольно. Видно, уже на продаже. У них номерки. Да. Уже на продаже уже. Ага. Уже там есть рынок, там кто-то купил, зарезает. Что сделать? Или палка. Да. Мы приехали покушать. Я не знаю, что это. Я взяла с собой свой кулончик, потому что я еще не допроверяла и не дочитала. Мы, в общем, все взяли себе рис. Да, ну все желтые вроде. Скажи, я не знаю, должны принести шашлыки, но папа не будет, Настя не будет, только я что ли буду. Настя не ест, а папе плохо от него будет. Да и мне, наверное, не полностью на час. Многие всегда так говорим. Хотите найти вход, ищите для север. Это пирамида Микерена, да? Это Микерена. Вот людям в древности делать нечего было, столько камней натаскать, еще и тяжеленных. Зачем? Сидит себе фараон маленький, качает ножку. Папа, папа, хочу пирамидку, хочу пирамидку. Да на, получай. Видишь, Алиска, какие пирамиды? Ну, твои лучше. Как они в древности просто подручными средствами, веревками, рычагами все это строили. Офигеть. Я, если честно, вообще не слов. Я мечтала увидеть пирамиды, но когда смотрела. Я всегда ниже, чем ты. Я не верю, что я их вижу, да. Честно, люблю такие-то измученные, мне их прям жаль. Не знаю, я думала, к ним там лучше относиться. Сейчас плюнет с тебя. Вон папа идет. Я просто только что на несколько раз потеряла дар речи и вообще ничего не говорила. Приехали к сфинксу, и он просто нереально огромный, я не ожидала, я думала меньше.
кстати, очень мало сняли, очень было жарко. Просто нереально жарко. Уже не можем вообще, все красные. Очень было жалко верблюдов. Капец. Вы, наверное, дома все подробнее расскажете. Мне очень было жаль. Серьезно, они кричат бедные, они бьют, короче, палочками. Там... Ну, пирамиды это, конечно, да. Я только не понимаю, как люди затаскивали тоннами просто. Там есть пирамиды маленькие, видел такие? Они прям уже как руины, тоже обидно, что они ломаются все. И побольше, мне кажется, они пробовали с маленьких начинали, потом строили больше. Нет, мы же просто проехали немного туда, сфоткались, вернулись и все. Все, мы уже едем в аэропорт, уставшие, но счастливые. Спасибо большое за поездку. Пожалуйста, большое. Все, мы уже приехали в аэропорт, будем сейчас ехать назад в Шарм-эль-Шейх. И на этом все. Всем пока, спасибо за просмотр. Мы просто уже очень устали и, наверное, сегодня снимать не будем.